Здравствуйте, сегодня у меня слепые затесты, в первый раз на моем канале. Лена из Италии, ее имя в инстаграме Эленис Фраганци. Не беспокойтесь, я все напишу в описаниях к видео, вы сможете пройти и посмотреть, что она делает. Вот выслала мне целую посылку. Отдельный разговор о том, как была оформлена посылка, я так не умею. Все настолько аккуратно, чисто, профессионально, что ничего не пролилось. Еще отдельное спасибо за подарки, Лена. Твои конфеты полюбила вся семья. Так вот, 14 ароматов я поделила на 2 видео. Первая часть сегодня, 7 ароматов. Давайте начинать. Вот такая вот была коробочка. Как вы видите, здесь было 2 таких пакета. Один я уже распаковала, плюс еще нетронутые вот эти вот конвертики, все. Остатки конфет, до которых не добрались еще. Ну и подарки. Видите, Лена, ты меня балуешь. Итак, вот этих 7 заветных флакончиков, которые были мною испробованы. Кое-что я записала, но тут же я буду, конечно же, брызгать и вам рассказывать свои впечатления. Итак, девушки, номер один. Номер один. Флаконы очень симпатичные вот эти. С такой вот закрывашкой. Это все-таки удобно. Итак, это аромат миндальный. После первой такой цветочной и немножко зеленоватой ноты проступает больше миндаля. Мне кажется, что это действительно вот такой вот прям средний тяжести миндаль, немножко пудровый, но очень цветочный и нежный. Вот то, что я написала: миндаль, зелень, нежность, похож на Kiss Me Intense, но Kiss Me Intense более такой какой-то, наверное, менее цветочный, вот, что бы я сказала. Но это, в принципе, то, что я здесь чувствую. Вот еще я написала здесь: зелень в верхней середине, без сюрпризов к базе. И мне показалось, что это аромат нишевый, именно потому, что он меня не раздражает. Вот я как-то часто чувствую в люксе, если есть мускус не очень качественный, или в бюджетных некоторых ароматах, ну, скорее вот в бюджетных, вот этот такой тяжелый, какую-то тяжелую ноту. Так вот, здесь, мне кажется, не люкс, а ниша, и именно потому, что вот ничего мне не мешает. Вот он приятный, он сбалансированно миндальный, с нотами зелени. Так вот, давайте-ка посмотрим, угадала ли я миндаль, цветочность и так далее. Так, открываю. Вот он, еще не открыт был, только что вскрыла. Баттио Дали Профумом Рома, ниша, 2010 год. Один из любимых у Лены. Солнечный, гурманский, породистый. Африканский апельсиновый цвет. Мирра, ваниль, какао, кокос. Вот, для меня это был миндаль. Прям вот миндаль. Кокос я... Не знаю, это не тот кокос, который я привыкла слышать. Такой кокос мне нравится. Сейчас вот сижу и думаю, надо же миндаль с кокосом перепутать. Но как бы вот для меня здесь кокоса как такового нет. Может быть, где-то на улице. Я никогда не носила его вот так вот, чтобы выйти. Я его разнашивала дома, хотя, может быть, я куда-то и выходила. Но не было полета. В общем, Лена, у меня апельсиновый цвет, я так понимаю, это вот та зелень, которую я чувствую. Ваниль и сладость, да, наверное. И вот как раз-таки, может быть, вот этот кокос, ваниль и дают мне миндаль. Так что пока мимо, да? Поехали дальше. Второй. Такой прям из темного стекла. Здесь цветочность опять, такая очень весенняя цветочность. Я написала, что это сирень. Очень такой полетный аромат, тоже очень нежный. Как мне кажется, это что-то, что могло бы быть похоже на амуажескую сирень. Но я ее плохо знаю, поэтому утверждать не могу и тестила давно. Это не ветки сирени, ну, в общем, если я опять-таки правильно развиваю свою мысль, это не те вот ветки сирени с немножко горчинкой, да, то есть он такой очень тоже солнечный, цветочный, даже пыльцовый, я бы сказала.
Но когда вот его много, он начинает как-то теряться. То есть, наверное, опять-таки ему нужна улица. И что-то такое нектарное. Что тут я еще написала? Без большого шлейфа и скромнеет быстро. Через час становится моно с сиренью. Вот его-то как раз-таки я носила на улицу. Я помню, прям жарко было, я носила его. И да, ниша, потому что гармония без скрипа. Это вот то, что я написала, да. Потому что вот это, как и предыдущий аромат, как мне показалось, они вот такие, скажем, ниша не потому, что в ней вызов, а ниша, потому что в ней гармония. И, наверное, хороший материал, хорошие ингредиенты. Так, ну давайте посмотрим, что это. Будет опять мимо или может что-то совпадет. Так, вот я открываю, все это закрыто. Все честно. Номер два. Так, All or Nothing Unique Accord. Accord. Номер один. Oriflame. Сетевая парфюмерия. 2020 год. Парфюмер Натали Лорсон. Удивил, поразил, мне очень понравился. Это пишет Лена. Альдегидный чистый жасмин. Вот, для меня сирень прям. Вот, фрезия. Вот она. Фрезия есть. Пион, жасмин. Мускус, цветочные ноты, взбитые сливки. Да. Гелиотроп. Вот гелиотроп, да, гелиотроп и фрезию я чувствую. Светлое дерево, сандал. Да, может быть, сандал в конце есть такой более сладкий. Ну, действительно, очень удивительная история с Oriflame. Согласна, что это может быть ниша, но опять-таки не потому, что вот, знаете, что-то такое намесили и вот удивитесь. Нет, удивить не хотели, хотели, точнее, удивили немножко по-другому. Ну, в общем, вы понимаете, фрезию я чувствую, наверное, мускус, но мускус без скрипа. Опять-таки такой приятный. И немножко кремовый, наверное, взбитые сливки. Мне кажется, вот он даже подошел бы, знаете, как аромат летний, вот такой пляжный, вот как вуаль кремовая. Хороший, да, хороший. Будем теперь знать. Следующий аромат, номер три, у меня в писульках моих описан как няшный. Да, цветочно-букетно-нектарный и медовый. Вот очень хорошо я чувствую что-то нектарное, что-то такое медовое. Белые цветы, что-то такое. Сейчас он куда-то пропал и показал какую-то замшевость, что ли. Что-то в нем такое шершавое есть. Но это не та кожа, которая вот, ну, которую я обычно ношу, такую более крепкую кожу. Вот я еще написала, что напомнил он мне Тома Форда White Suede или Делину от Марли. Но какие-то вот есть такие цветочные вместе с кожей, то есть замшей. Мотивы, которые, если перемешать, то могли бы они вот что-то такое в эту сторону. Архиженственно, да, пишу, но не знаю я, что это. Наверное, все-таки что-то нишевое, но во всяком случае, опять-таки, так как есть вот эта кожаная нота, я вот уже имею свою теорию в этом смысле. Очень редко кто работает хорошо в люксе с кожей. То есть, наверное, кроме Hermès. Возможно, что это люкс, но, скорее всего, ниша. И опять-таки только потому, что это как-то так воздушно, это не раздражает. Вот у меня сейчас все первые ноты, вот эти цветочные, они куда-то улетучились, и остался такой букет, что-то такое вот, ну, как букет в смысле ауры какой-то. То есть это ничего различить нельзя, как вот мелкие цветы в букете. Ну и, может быть, это стоит возле какой-то кожаной сумки там рядом. Ну, такое что-то непонятно. То ли травно затертое, то ли вот замшевое. Не знаю. Давайте посмотрим, что это. Вот, опять-таки, все закрыто. Лена там сидит, наверное, хихикает. Dolls. Moth and Rabbit Perfumes. Ниша. Парфюмер Марк Букстон. Нашумевший Dolls. Не знаю я его. Интересно твое мнение, пишет Лена. Мне такое скорее нравится, чем нет. Что-то в нем есть, но я пока разгадываю. Давана. Да, наверное, вот Давану я и приняла за что-то вот такое шершавое. Герань, цветок вишни. Вот герань я совсем здесь не чувствую. Прям вообще. Может быть, в какой-то момент
более холодное время года. Цветок апельсина, ну, может быть, кленовый сок. Вот, наверное, сладость дает кленовый сок. Иланг-иланг, да, да. Вот последнее время я что-то прям вот, мне хочется иланга, поэтому вот это меня и привлекает. Яблоневый цвет, то есть и цветок вишни, яблоневый цвет, розовое масло, снег, животные ноты. Вот, животные ноты. Что-то я все-таки почувствовала. Мускус, кедр, серая амбра. Не амбры как таковой я не чувствую. Нет вот глубины. Мне кажется, что просто у нас очень жарко сейчас. Может быть, вот именно сейчас конкретно не его время. То есть как бы его время в плане иланга, в плане такого пляжного варианта, такого кремового, да, то есть вот этот вот снег, который дает немножко водянистость, может быть. Ну, короче, я чувствую некоторую манкую часть вот в виде даваны и что там еще, ну, каких-то животных нот. Опять-таки, вот эта животная нота, скорее всего, то есть это то, что я говорю, немножко шершавая. Но мне кажется, ее будет лучше слышно в другое время года. В общем, короче, Лена, опять мимо. Четвертый номер. Ой, какой тугой. Так, четвертый номер, я знаю. Ну, во всяком случае, мне так кажется. И опять я, то есть я выстроила всю свою, весь свой спич по поводу этого аромата на основании того, что я его знаю. Возможно, это не он. Я чувствую зеленое яблоко, прям вот ярко. Потом оно уходит в какую-то сиропность, такую сладость. И в конце появляется немножко алкоголя. И если вот эту, вот такую круглую формулу, да, то есть из трех частей, потому что в зазорах тоже что-то есть, если ее бы сохранить вот так вот, ананас вылез, то я бы его купила в свое время. Но вот как-то, не знаю, на мне или на... Вот, и даже на блотере, может быть, это мой нос так чувствует. То, что мне нравится, вот эта алкогольная нота с яблоком, она уходит очень быстро. И просто мне настолько жалко было там кучу денег, потому что это ниша, за этот аромат, что как бы вот я не купила. И опять, если даже это не тот аромат, мне кажется, что это ниша, здесь есть алкоголь, здесь есть вот эта фруктовая часть сначала, очень яблочная потом, то есть такое зеленое яблоко, прям вот такое прозрачное зеленое яблоко. И потом оно скатывается, вот яблоко перекатывает в сиропность ананаса. А вот эта алкогольность, которую я хотела, потому что я искала именно... в эту сторону, и консультант мне этот аромат предложила именно поэтому, то если бы не это, то как бы вот я бы его купила, и, ну, в общем, не хватило мне мощи в нем, той мощи, которую я ожидала, или даже какого-то нежного интенсива. Так, четвертый номер. Разрываю. Да, я не сказала. Сейчас, я еще не открыла. Значит, это для меня это Киллиан Apple Brandy on the Rock. Мимо, но очень похож. Этот я не знаю. Так, персидский сон, Persian Dream, Тезори Дориенте, бюджет. Вот, знаете, что есть у Киллиана замена. Классный гранатовый аромат, супер. Для меня яблоки с ананасами. Почему-то все сравнивают с бакарой. Нет, для меня на бакару вообще не похож. Ну, вот, вообще не похож на бакару. Ну, может быть, что-то там возникнет впоследствии. Нет, вот сейчас я чувствую очень хорошо яблоко. Почему-то оно вылазит больше, и оно очень хорошо переходит для меня в ананас. Прям вот. И сейчас даже алкогольные ноты практически не чувствую. Так, смотрим, что в... Что в составе? В общем, держите меня, семеро. Апельсин, красное яблоко. Яблоко есть. О, хоть это есть. Мята. Ну, может быть, вот эта вот мята как раз-таки мне и дает что-то такое алкогольное. Гранат, красный чай, тиковое дерево, жасмин, белый мускус, ваниль, амбра. Ну, в общем, кроме яблока ничего я не угадала. Тем более у меня было оно зеленое.
В общем, интересное, конечно. Для меня вот эти все четыре аромата, они были нишевыми. То есть даже если нишевые с какой-то натяжкой, да, потому что там просто была гармония, я еще так себе подумала, ну не может быть, чтобы вот четыре подряд были нишевыми. Ну вот так вот. И ананас прям вот сейчас для меня прям... Давайте скажем, что это погода, что это не я. Так, едем дальше. Пятый номер. Очень пряно, очень специево. Перец какие-то, может быть, мускат, может быть, кардамом. Я написала пряно-зелено, не ярко. Но вот сейчас я его чувствую более ярко, более так насыщенно даже, не ярко, а вот как-то так напористо. Под вопросом у меня мускат и черный перец, сладко. То есть потом, когда все это вот, вот такое броское уходит, становится сладко. Немножко меньше объема в нем, и вот не броско, зелень уходит быстро, это я вам цитирую себя же, остаются специи, кардамон и мускат, вот то, что у меня в остатке. Но сейчас я не буду ждать, что там останется на потом, то есть как бы поверим моим писулькам. Ну да, очень специевый. Я думаю, что это возможно вот к нише могло бы относиться. Но опять-таки, Лена, ты понимаешь, у меня... А тебе такое хорошее мнение или что? Все у меня ниша. Давайте посмотрим. Пятый номер. Вот он пятый, видите, не раскрытый. Ну что, я не сказала, как называется, потому что я не знаю, как это называется. Это не мой, не мое направление. Скорее ниша, но может быть люкс. Смотрим. Lost Alice. Маск Милана, ну ниша, да, 21 год. Вот. Парфюмер Маккензи Рейли. Ну, в общем, читаю как могу. Интересно, если услышишь морковный пирог. Нет, морковного пирога не слышу, но в принципе вот это... Я очень часто добавляю в морковный пирог кардамом. Вот эти специи, которые я добавляю, возможно. Я не услышала, и слава богу. Ну, да, морковка, она так звучит... Особенно. Для меня это спокойная современная гурманика. Приятная, но не более. Амбретта. Вот, возможно, амбретта. Потому что амбретта дает специю. И дает вот этот, то, что, возможно, мы называем, опять-таки, морковкой. То есть у нее есть такая немножко острая нота. Бергамот, черный перец. Так, черный перец я услышала. Супер. Мускатный шалфей. Шалфей мускатный звучит по-другому. Не так, как вот я сейчас чувствую. Черный чай, корень ириса, да, есть нота такая, потертость такой, семена моркови. И вот, кстати, вот сейчас я слышу больше в нем нюансов. В первый раз, когда я его затестила, для меня, вот когда я писала это все, я прям целый день ходила, думаю, надо же, насколько сладко, насколько вот... И как бы вот для меня было важно понять, можно ли носить такое летом. Потому что я все-таки склоняюсь к тому, что летом хорошо специевые ароматы. И вот как раз-таки подбираю специи на лето. Мне очень нравятся специевые ароматы, но когда они не тяжелят. То есть что-то такое, знаете, опять-таки, если это кардамон, то как-то замешан в свежем направлении. То тут... Что, кардамона я не увидела. Молоко, сандал, дрог. Белая роза. Розу вообще не слышу. Черный чай. Ну вот, знаете, когда захочешь, то можно услышать и чай. Можно себя убедить в этом. Но семена моркови, я согласна. У меня было эфирное масло моркови. Я, в принципе, понимаю, что тут. Ну, то есть, совсем на донышке. Но пирога не слышу. Ну, интересно. Хоть я угадала черный перец и нишу. И то дело. Еду дальше. Номер 6. Не 9. Предпоследний аромат. Так что быстро мы с вами справимся. Так. Давайте я вам прочитаю, что я написала. И что вот я сейчас чувствую. Шипр для меня. Сначала похож на шипр МДСИ. Но, конечно, это не кожаный шипр. Ну, в таком понимании МДСИ. Но там больше напора. Сладковатый, да, шипровость проходит быстро. Остается легкое жужжание в глубине. Верха скромные. Дальше написано неразборчиво. Есть чуть зелени и света. В конце немного мускуса. Ну, опять-таки, я ждать не буду про мускус. Вот вы знаете, сейчас что-то такое зеленое мне чудится.
прям он так раскрывается какими-то такими лучами, как будто бы вот был сгусток, да, как вот в шипрах бывает, а потом он так расходится. И не поверите, я даже ландыш чувствую, но я уже теперь ни в чем не уверена. Ну, есть шипр, да, шипровость вот такая, вот такое что-то на дне. И вот, кстати говоря, в МДСИ в нем есть мирра. И обычно я мирру неплохо чувствую, потому что у меня есть лютеновская мирра, у меня есть, то есть это как бы моноаромат мирры. Потом я какое-то время прям болела эфирным маслом мирры. Жалко, что его нельзя слишком как-то размазать, намазать, потому что оно очень такое клейкое, то, что это смола. Вот. Потом у меня есть еще от Элдо один аромат тоже с мирой. И я ее чувствую. А вот здесь вот я чувствовала что-то, какие-то ноты такие смолистые. Ну, вот что-то такое вот только в начале. Возможно, это я вообще просто грежу. Но сейчас посмотрим, на что это похоже. И что это вот вообще... Так, номер 6. Все закрыто. Открываю. Да, что я... что это? Какое-то, значит, направление. Ниша, не ниша. Ну, неплохо скроенный аромат. Я не знаю такого люкса. Я не знаю такой ниши. Ну, вот я вот сравниваю со своими знакомыми там. МДСИ. Ну, давайте скажем бюджет. Хорошо скроенный бюджет. Потому что в нем есть вот такие какие-то, ну, линейность в нем есть. Что-то такое вот прям... Ну, давайте скажем, пусть хотя бы один раз мне послушается бюджет. Так, вот, я открываю. Ха! Красная Москва Light. Ха! Новая заря. Бюджет. 18-й год. Познакомилась вот буквально на днях. Мне нравится, эта версия более искристая. Да, 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 да. Иланг-иланг, гвоздика. Вот, гвоздика. Вот я гвоздику слышала с бергамотом. Ну, гвоздика, она очень часто все-таки в шипрах. Это я защищаю свою линию рассказа. Тубероза, жасмин-роза. Ну, вот туберозы, такой туберозище здесь я не чувствую. Ну, может быть... Вот иланг-иланг, я вам говорю, что у меня в последнее время как-то иланг-иланг на него тянет. Что-то с гормонами нужно, наверное, посмотреть. Значит, тубероза, жасмин, роза. Розы вот такой соло нету. Ну, как бы Красная Москва, но очень, очень симпатичная Красная Москва. И ваниль, и бобы тонка. Вот бобы тонка я чувствую. Вот это то, что я, возможно, на что я... Знаете, когда... Сейчас я... Значит, что это мне напоминает? Вот это мира, да, я сказала про миру. То есть бобы тонка, такие сладкие, густые. И гвоздика, цветок, тоже мне есть какая-то такая остренькая нота. Вот, наверное, если я и слышу миру, то вот она. Какая-то смесь вот этих двух ингредиентов. Но потом жасмин, и он тоже такой вот. В общем, я угадала, что это бюджет. Ну и это не шипр, хотя, как мне кажется, вот это дно есть. То есть мха нету, ну, во всяком случае, он не заявлен, но, ну, в общем, не судите строго. Может быть, в конце с последним ароматом что-то будет, какое-то озарение. Последний, 7-й аромат. Так. Мне уже нос подустал. Прям вот напористый был вот этот специевый аромат. Сейчас я слышу совершенно другую историю. Совершенно не ту, которую я слышала раньше. Давайте я расскажу два варианта, потому что я себе написала даже название этого аромата. Вот так. Я чувствую какие-то бархатцы сейчас. Что-то такое прям... Итак, пишу я вот такие очень... Такой судорожный поиск у меня, значит, очень знакомая, точка, до боли. Герлен, чуть шиприт или шиприт, цветочно-зелено-задорное искряще. Есть горчинка. В общем, я вам скажу, что я подумала, и в первый раз, когда я его, значит, тестила, я прям не могла найти, вот что это мне напоминает. То есть для меня это люкс. Возможно, это ниша, да.
Возможно, даже это бюджет хорошо скроенный, такой прям напористый, и потом нужно смотреть, как он будет развиваться. Ну, в общем, я сейчас вам скажу, как я его определила. Я их носила, вот этот аромат, на одной руке, и тот, который вот я думаю, что это он, на другой. И разница была только в какой-то более мягкой версии вот здесь. И я думаю, что это Van Cleef & Arpels. Вот сейчас начинает проявляться вот этот такой звон бриллиантов. Вы поняли, что это? Как мне кажется, First. Давайте посмотрим. 7-й номер. Раскрываю. Лена там точно в голос смеется. Ария Ди Капри, Картузия, Ниша, 2003 год. Обожаю. Воздушный цветочный шипр. Да, шипр я почувствовала. Открытие этого года. Лимон, бергамот, петит грейн. Мимоза, жасмин, герань, роза, лавр, мускус, кедр. Лавр, возможно. Ну вот, мимоза, так немножко зеленцой и таким каким-то терпким чем-то проявляется. Ну вот опять повторюсь, что я его носила наравне с Фёстом. И не знаю, это комплимент Фёсту или... Картузии. Я, честно говоря, картузию не очень вот так вот, чтобы уж... Я несколько ароматов тестила, они меня не потрясли. Этот вот такой немножко горьковатый, шипровый, вот эта вот цитрусовая нота очень красиво обыграна. Это да. Но вот я ее представила больше в тот раз, когда тестила, значит... Я ее представила более альдегидной. То есть вот это для меня открылось в первый раз как-то более альдегидно и более как-то звеняще. Сейчас он немножко более приземленный. Ну вот я сижу закрылась от жары в доме. Поэтому, может быть, так как нет никакого воздуха, это тоже влияет все-таки на раскрытие аромата. Ну, в общем, все мимо. Кроме того, что как бы все-таки First – это шедевр. И, между прочим... Лена, у тебя хороший вкус, это как бы не то, что, между прочим, это то, что есть на самом деле, но вот я когда сначала вот затестила этот аромат, я подумала, какой же крутой, и потом стала искать, потому что я думала, что я его точно знаю, я вот набрызгала себе First в туалетной воде, и у меня, по-моему, новая версия, то есть она не очень старая, во всяком случае, и я вот ходила и радовалась, что я отгадала, и подумала себе, что насколько вообще мне нужно носить этот First, потому что он совершенно не ретро, насколько он красивый, насколько он энергичный. И вот именно сейчас он звучит хорошо. Вот мне кажется, вот этот аромат, ну, он называется Капри, то есть я так понимаю, что это все-таки такая немножко тема отпускная. Но и First, видите, даже если он совершенно другой, и это другое направление, но вот все-таки что-то есть. Не знаю, Лена, ты согласишься или нет. В общем... Все, почти все мимо. В некоторых случаях я отгадала направление, некоторые ноты. Вот такая фигня, малята, люби хлопчики и девчата, если вы меня понимаете. Вот так вот можно на всю Европу опозориться. Но игра интересная. Мне очень понравилось то, что все хорошо оформлено, и это легко мне было. То есть я вот то, что чувствую. Конечно, я не носила, не разнашивала в разные периоды времени. Потому что я получила эту посылку в феврале, наверное, или, наверное, да, наверное, в феврале. Но потом, как вы поняли, уже ничего мне там не до тестов было. И вот сейчас я стала к этому подходить. Возможно, следующую серию я сниму не так быстро и буду записывать уже, ну вот сейчас в жару и какую-то часть, вот когда будет прохладнее, чтобы посмотреть, как эти парфюмы влияют и что я чувствую в разные периоды вот температуры и влажности и так далее. Нужно больше дать времени этим ароматам. Пишите, что вы думаете, знаете ли вы эти ароматы и как вы к ним относитесь и вообще стоит ли продолжать с таким тонким носом, как у меня. Счастливо и пока!